Воображение, Сквидвард! Воображение! Воображение! Понимаешь? Нет, воображение! Чё ты? Чё ты тут кричишь? Моя очередь. Воображение. Воображение. Сквидвард, воображение. Ты чё? Нельзя тебе телевизор озвучивать? Только мне можно. Я просто посмотрела, что ты тут делаешь. Я телек смотрю. Так, кстати, знаешь что, у меня для тебя есть подарочек, подарочек есть. Только ты отойди подальше. Да, смотри, сейчас я хочу встретить, что а вот нельзя, ты... короче, смотрите, друзья, мы его сейчас берем, вот так и перемесываем, так. Что ты там делаешь? Ну-ка, ничего, подожди. Так. Да жут, вот что так долго, я уже хочу подарочек. Все, перемешали. Смотрите, ну-ка. На, короче, опа. О, газява, нормально. Да, газировочка, интересненькая такая, ну-ка. О, замечательно просто. О, опа, кто это у нас такая маленькая леди? Ты что меня напоил опять? Ты что там сделал, блин? А я с морожкой смешал, я, короче, взял морожку, взял газяву, туда-сюда и вот так вот. Кстати, прикольно, слушай, по вкусу ничего, так мороженое с газировкой. Да, ну все, сейчас мы, короче, пойдем работать. Пошли, дочка, пошли быстрее, нам надо. Ну, па, да что за работа? Ты что, я же вольная гуляка. Вольная гуляка? Ничего не знаю, а что ты хочешь? Ну-ка, вольная гуляка. Я хочу. Чего ты хочешь? Хочу. Ну-ка, а? Ну-ка. Хочу спрыгнуть с крана. Ты что, обалдел, что ли? Кого спрыгнуть с крана? Нельзя это. Это опасно вообще-то. В смысле, пап, да не опасно, я знаешь что, я сидела дома, смотрела с балкона, увидела, короче, тут лужу, смотри, видал? И что, ты хочешь, типа, челлендж провести, спрыгнуть с крана и попасть сюда? Да, хочу прыгнуть с крана. Ну, я не знаю, это максимально опасно, ладно, пойдем попробуем. Ты что, я не сдаюсь перед опасностями, я буду прыгать с крана, понял, все. Ну все, ладно, пошли, так, ну-ка. Погоди, а я хочу прыгнуть с крана с котом. Мне кажется, Борис Бритва не переживет. Это че? Чего вообще? Смотри, он просто ушел от тебя. Нельзя. Он обидел. Конечно, обиделся, конечно. Ну и ладно, сиди. Не, ну можем взять. Ну-ка, вот так вот, знаете, оп. Эй, пап, да что творишь? Ты что творишь? Ты что, бери Бориса за бритву. Так это твой, Да в смысле мой, он не хочет со мной идти. Это вообще ничейный поход дело. Подожди, а как так, ну-ка? Подожди, а что такое? Ну-ка. А все потрачено. Борис Бритва теперь бездомный. Он теперь бездомный, что ли? Пап, ну что, давай. Ладно, все, давай. Купайся. На, купайся. Все, пошли, давай, ну-ка. Давай. Лезь вперед. О, смотри, идет. Опа! Идет за нами. Борис. О, бритва тоже окунется. Так, ну-ка давай. Ну что, еще. Ты так смотришь на меня страшно. Мне страшно, папа. А я тебе в глаза так смотрю. Гипнотизирую. Божечки, как высоко. Ну слушай, да, это максимально опасно. Так, ну-ка, что здесь? Ну-ка. Тик-тик-тик-тик. Все, я не боюсь опасности. О, как высоко. Смотри, мы прям реально на самой-самой верхотуре. Эй, аккуратно. Подожди, как она пошла? Пожди. Даже папки есть страшно, конечно. Папка кекает, подожди. Папа, давай, бери, короче, свои огромные семейники, труханы снимай и как парашют используй. И норм. Так, сейчас, ладно. Так, ну-ка, вот так вот, оп. Ты что, присел? Ну, вот так вот посидеть. Ты похож на грустного папу, который сидит на краю без. Я такой типа. Такой. Ну вот. Ну что, ну вот, прыгай. Оп, смотри. Я прям на одной ноге, смотри, как. Ну что, пап, ничего у тебя нога. Смотри, она. Ты вообще в воздухе повис. Не-не-не, смотри, я на одной ноге. Нога железная, стальная, хоть старый, но мощный. Ага, пока. А, ты чё? А, смотри, ты чё делаешь? Чисто. Ну как? Тёпленькая водичка. Нормально, ну-ка давай, спускайся. Ауч. Я отшиба пятку. Ребят, вы отшибали пятку? Так, ладно, подожди, нам надо... Да, иногда, когда прыгаете в бассейн, можно отшибить пятку. Так, и не только, ладно. Короче, что он нам говорит? Да, короче.
Ты что там уже махач какой-то начинаешь? Да ничего, ничего, папа, ничего. Она просто надела свитер с пони, как у меня. Вот Кадина. У тебя не было такого свитера. Да был, ты не знаешь. Я просто его выбросила. А сейчас он на ней, она в помойке его нашла. Ух ты, нифига тут махач. Ну-ка, не трогай эту девочку. Ну-ка, не трогай. Ну-ка, кыш, кыш. И ты тоже отошла. Ну-ка, кыш, ищи. Ну, пап, да что ты? Ну, ищи. Ищи. Мой двор, поняла? Мой двор. Это что, твой двор, и ты стреляешь в упор? Да, мой двор, ладно, зря, в упор. Короче, он все говорит, так, дратуйте, короче, нам нужны лампочки поставить. Смогете, он говорит. Все, пошли лампочки ставить. Лампочки ставить. Все, пошли. А где лампочки? Ты я взял? Уже взял, конечно, взял. Папа, каску. А, точно, и ты тоже каску, вот, все. А то по лампочке своей получишь. Да, главное лампочки не отбить. Ладно, все, побежали. Кстати, этот паркурик для детей. Ну-ка, давай, пройди, покажи, что ты... Погоди, а где? А чё? В смысле? Кого? А где сундучок наверху? О, внимательно. Да, чё, я просто так его проходить? Смотрите, какая, не обдуришь эту малявку. Смотри, сейчас произойдет магия. Смотришь? Смотрю, давай. Смотри, вот прям наверх надо вот так смотреть. Смотрю. Смотри, магия! Не был сундук, а теперь есть. Как ты это сделал? Он что, с неба упал, что ли? Это магия! Все, давай, магия? Проходи, проходи, еще. Давай. Пум. Так, пом. Давай, пом-пом-пом. Ай, блин! Ты чего не можешь, что? Ну-ка. Я не могу, у меня, кстати, полтора сердечка. Пап, дай мне пироженку, или я рипнусь. На, мяско. Оп. О, мяско. Да, давай, всасывайся. Оп. Ну, а еще там жранькой. Ты будешь да борить? Да все, у меня а? Предел, пап, в животе моем. Ну все, давай. Я сейчас пройду. Давай. Пом. Оп. Пам-пам-пам. Оп. Пам-пам-пам. Блин, тяжело так-то. Слушай, Вась, обочки, кошечки. И так, и вот так вот, чуть-чуть так вот. Ой, блин! А что, ты сейчас нам наблюдаешь? Что, да? Молишься, чтобы не прошла, что ли? Да, сейчас вот. Сейчас накернется! Папа, ты виноват! Ты сказал! Лакарка. А специально, что ты не прошла. Блин, да папа! Это не я, это бритва тебя. Бреет. Нет, это был ты. Да папа, я же вижу, что ты! Нет, надо вот так за папкой, смотри. Давай, быстро. Я почти прошла. Давай. Почти не считается, надо, чтобы прошла. Оп. Да иди ты, знаешь! Не вези меня. Да. Не вези. Ай, все. Ну что, папку обижаешь? Отойди, ну, папа. Ну все, я отошел. Я когда прохожу паркур, я злая, все. Оп. Сосредоточь. Да папа! Да это не я! Ты что мои портянками своими мне мешаешь? Иди отсюда. Так, оп. Блин, да папа! Я вообще ничего не делал, что ты на меня спираешь? Смотри, это как? Уже все на рефлексе. Я здесь стою. Давай, смотри, оп. Оп. Так. Да ладно, что ты иди? Что ты сказал? Что ты хотел сказать? Я сказал, иди, ня-ня. Да папа, уйди! Так, ну-ка, а? Так. Блин, у пушки, я почти прошла. Так. Алмазик мой, все. Ну ладно. Хоть бы тебя и потроллили маленечко. Так, пошли лампочки ставить, пошли. Мои лампочки чуть-чуть, нет, не разорвалась. Бадхёрт, пап, походу. Да? Вот тебе, бедная твоя лампочка. Погладь твою лампочку. Так, давай. Давай, паутину прыгай и застрянь там. Ничего ты какая добрая. Так, вот раз лампочку ставим, так, три блока, так, вот сейчас здесь три блока, два лампочки, смотри как. Опа, смотри как, а? Круто? Ну круто, давай еще следующий ставь, вот сюда. Вот сюда, оп. Знаешь, как сложно? Вот так вот. Ну да. Вот так вот, о, смотри. И прикинь, это сейчас все загорится. Да? Да ладно, лампочки горят, что ли? Ничего себе, пап, удивил. Ну вообще-то я тут как бы электрик и могу напутать, если ты меня будешь отвлекать, поэтому ты не отвлекай. Электрик, да? Да. Смотри. Да будет свет, сказал электрик, а сам обрезал провода. Это при тебя, папа. Ки. Ты чё? Нет, да я самый это, топовый. Ну, о, смотри, топовый. Всё, смотри, да. Ты чё, а? Смотри, так. Давай, раз, включай. Два, три, четыре, считай со мной, пять. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все?
Опа! О, поставил, пап? Да, поставил. Ой, ну-ка, ах ты, ах ты, ах ты. Ой. Ты чё? Вот. Ну ладно, зато здесь тоже, смотри, опа, включилось. Опа, смотри-ка. О, горит нормально. Долго что-то мы все это делали, просто капец. Нормально, все быстро получилось. Ты чё это, а? Не выступай, да. Ну ладно, ладно, чё, пап, давай. Будешь булочку, да? Чё это, мясо? Опять мясо? Ну-ка, сейчас заем. Пап, мне идея, слушай, слушай. Чё? А что если, короче, смотри, взять банку, налить туда засанку. Чего-чего? Шутка, шутка. Короче, взять банку, налить туда лавы, вот, сделать горку и всех баранов по горке пустить на банку, и чтобы они сварились в лаве. Слушай, ну просто гениально, это настолько гениально. Ну правда, па, ну идеально. Они же сварятся, они же сварятся. Давай я тебя ловлю, давай, да. Ловишь? Давай, ну-ка. Ловью! Оп, все. Пошли. Ничего ты не поймал, носом клюнуло. Нормально все. Так, короче, что мы сейчас будем делать? Ну, есть идейка, а ты? Так я же сказала, пап, взять банку, налить засанку. Чё-чё? Засанку. Слышь, так, ну-ка, пойдём-ка со мной. Ну-ка, засаночка, ну-ка. Ну чё-чё, пап, ну чё? Пошли-ка за мной, так, ну-ка. Давай, давай. Пап, не доставай ремень только, ладно. Сейчас что-нибудь другое доставим. Так, ну-ка, давай. Чё, ну чё? Ну-ка, иди-ка сюда, иди-ка так, дверь закрывай, чтобы никто не слышал. Так, ну-ка. Эй, пап, ты чё забрал за дело? Так, ну-ка. Это жо, папа, ты жо? Да ладно, всё, ладно, я пошутил. На самом деле, всё, ты наказана. Да что, за засанку? Да, вот банка, вот. Кстати, а где печенье? О, вот сейчас засанку сделаю, походь, походь. Ну-ка, 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 кыш. Я писаю, пап. Ну-ка, ты чё, обалдел, что ли, совсем, а? Да шутка, я тебя троллю, шутка. Всё, нельзя папку троллить. Есть будешь, нет? Так, есть не хочу, ты меня мясом закормил. Всё, устала я. Пойду спать с бурятом. Нет, всё, пошли, короче. Ну-ка, пошли. У нас работёнка есть, ну-ка. Ну, чё, в смысле, какая работёнка? Ну-ка, пошли. Опять работёнка? Опять лампочки выкручиваешь? Ну-ка, идём сюда, идём сюда. Ну ладно, иду. А? Чё? Ну-ка, иди-ка сюда. Иду до сюда. Так, пойдём-ка, мама Мия, а? Он нас что-то зовёт. Он зовёт нас что-то, он что-то нас зовёт. Что-то надо ему, что-то надо, ну-ка, что он говорит? Ну, что ему там надо, ну? О, мама Мия, короче, слышь ты, девчонка, да? Чё надо? Задание для тебя, испеки мне хлеба. Ничего себе, мама Мия, губу ты закатай. Она у тебя должна готовить. Она же девочка. Чего? А теперь песня для вас. Тихо, мама Мия поет. Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба. Я в шоке. Все, пошли, а то он тут, по-моему, немножечко... Ну, все. Так, папка сейчас тебя... Накажешь. Ну, пошли, папа. Все. Я сейчас ржи наржу. Короче, колосков насобираем. Давай. Быстрее. Да быстро, пулькой. Да пулькой, папа, пулькой. Я уже наверху. Так, где тут рожь? Где что? Тут у нас всего 3 их, стой. Ой, погоди, я картошку собираю. Вот именно, всего 3 почему-то. А что так мало-то? По-моему, кто-то слишком мало садил. И это ну кто-то, ладно, это хватит. Ты. Каску сними, кстати. Булку одну, припечем ему и все. Каску сними, каску. Да погоди, папа. Каску снимай. Дай мне ржу. Ну, эту, одну, колосок. Ну, да, колосок. Оп. О, давай, все, крафти. Ну-ка, знаешь же, да, там. Крафти. По горизонтали, как по вертикали, короче. Давай. Я сделала мама Мии булку. Все. Во, все, пошли. Так, как раз схватила. Замечательно. Так, ну-ка, подожди, так, ну-ка. О, у нас почти еды нет. Да подожди, папка поесть хочет. Ну-ка. Папка, ты обжора. Кстати, нифига себе, там у нас есть бекон. О, бекон. Ну-ка. О, нормально. Ничего, ну-ка. Вкусно, затачил? Нормально, все, пойдем, пошли быстрее. Ну, давай быстрее, ну. Я иду, папа, ты меня не ждешь. Тут полицейский, я сейчас нажалуюсь на тебя, и все, он тебя заберет. Я буду жить одна в этой квартире. Неправда. Так, все, давай, короче. Короче, мама Мия, вот тебе
полку. Он как на меня так странно смотрит. Убирай свою. Что-то подачку какую-то кинул. Все такие, знаешь, голос. Ладно, ладно, ладно. Ты же не нагнешься сам. Погоди, мама мне. Давай я тебе в сундучок положу. Оп. Такая чистая. Да что, ня, баба, хватит. Так, ладно, давай, короче. Все, будем, в общем, завершать. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк. Да, ребятушки, лайк, подписочка, комментик, колокольчик и обязательно что? Вопросик дня. Ой, я что-то угораю, прости, папочка. Вопросик дня. 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 А какой? Друзья, придумайте нам вопросик дня. Вот серьезно, напишите, что бы вы хотели у нас спросить. Или чтобы вы спросили у всех. Ты что тут угоряешь, ребенок, а? Ты че, ну да? Ничего, ничего, папочка, все нормально, все. Да, нормально. Да? Нормально все с тобой? Да, все отлично. Придумайте вопрос. Вот реально, что бы вы спросили? Вот любой вопрос на любую тему. Чего ты тут? Чего ты тут, а? Лыбу даешь. Да все, 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 все. Ой, все. Все, в общем, если мы вас рассмешили, если улыбнулись за серию, то лайк. Всем пока-пока. Да, ребятушки. Так, значит, пока, будет разговорчик. Пока, пока. Ну-ка, пойдем, пойдем со мной, ребяточек. Да что ты, да что ты, да что ты, да не, да все.